дорогие мои сталинградцы, мальчишки, девчонки сталинградские, кровинки вы мои родные. Сегодня с северо-запада нам ничто не угрожает. Там небо чистое, голубое. А будет оно черным от самолетов, от бомбардировщиков, часам к 5 вечера. Враг бросил на Сталинград всю авиацию своего 4-го воздушного флота. В тот вечер город бомбили 600 самолетов. Прыгнули в окопчик, началась тревога, и взрывной волной на перекрестке Трампарка упала тонная бомба. Нас накрыло в окопчике, откопали, слава Богу. Больше всего я боялся потерять мамину руку во время бомбежек, тревог и так далее. Я хотел бы попросить вас, чтобы пусть каждый из вас мысленно или вслух произнесет имя мамы. Thank you.